Я недели три назад сочинил стихотворение, посвященное Всеволоду Некрасову. Ну, мои друзья уже его слышали, но я позволю публично его зачесть, потому что я не поэт. Я свою жизнь сочинил, кажется, 6 стихотворений, вот это 7-е. Звучит так. Ну, немножко стилизуюсь под самого Некрасова, наверное. Вот дух, воздух, синева прекрасная, синяя, не красная. Северная, не красная. Поздравляю вас. Эту антологию, она будет издаваться раз в 2 года, и вот следующая антология уже будут ваши стихотворения, будут тексты о вас. Призываю всех, особенно критиков, писать побольше статей про лауреатов премии Андрея Белого. Они будут оплачиваться. Это подарок. Андрей Белый сидел на труде